Давайте, спокойной ночи. Все пушки на кузне. Сидись. Ну, на Меркурии, в смысле. Да, да, я понял. Я что-то здесь сидишь, что ли, сидишь? Уже 10 всего дома. Честно, я не знаю, вроде говорят, что 12. Больше точно, я уже несколько сделал. Я на той неделе сделал две. На этой одну сделал, сейчас вот вторую сделаю. Ну как бы теоретически возможно, просто надо как-то это... Ну да, это надо оформить эти все материалы. Тут еще говорят, типа, что он может, ну, у него могут продажи быть, типа, повторки, ну, повторные коробки, и тогда тебе тупо ждать присед. О, это неплохой. Okay. Ну, это не то. Как-то заходил, прикольно, но там весь смысл типа в ПВП. Да. Control. Ну, как я понял. Не, мне в Survival тоже, типа, там люди ходят группами, чтобы как-то отгораживать себе, короче, места, где они там будут фармить все дело. Мотки и прочее. Ну как? Там же типа надо собрать пушки, как-то выбраться. И на это нужно фармить ресурсы, защищать дома и так далее. Вот, типа, группами собираются, прочищают улицы. Ну,
Don't see loss. They've taken the lead. You can turn this tide. Zone A captured. Zone advantage is yours. You're in the lead. Zone B lost. Falling behind. Zone B captured. Zone advantage is yours. You have my respect, Hunter. Gained the lead. Zone A lost. Zone A captured. You have advantage. Zone B lost. Zone B captured. Zone advantage is yours. Only 5 minutes left. Zone A lost.
captured Zone C. You have zone advantage. Getting stronger as you fight. I love it. Oh. 3 minutes left. The route is on. Finish it. One minute left. You captured Zone C. You have zone advantage. Keep it up, and victory is yours. Zone B locked. Victory is all I ask. Good. Impressive. You could give the Red Jacks a lesson in territory control. Ну, давай, да. Приятного аппетита.